сама идея беспилотной лодки появилась очень давно, и мы поэтапно шли к ее реализации. Сначала мы сделали исключительно пилотируемую версию катера для участия в соревнованиях «Солнечная регата». Это был катер с тоже солнечными панелями, полностью на электроэнергии. Основная цель проекта — создать беспилотник, который может выполнять разного рода задачи без возврата домой, без дозаправки, дозарядки. То есть для этого мы используем солнечные панели, которые, собственно, днем пополняют запас энергии. Среди основных отличий — это полностью с нуля разработанный корпус из новых материалов. Он сварен из алюминия с применением технологии сварки с трением. Мы взяли более мощный мотор, при этом он вышел легче и экономичнее. Сферы применения очень разные, начиная от гражданских, заканчивая полностью военными. То есть гражданские — это, например, в том же рыболовстве отслеживание передвижения косяков рыб, отслеживание изменения дна, так как грунт у нас не статичен. А военное применение — это, собственно, патрулирование, разведка. Есть, так сказать, лодки-конкуренты зарубежные, но они все в основном работают от двигателя внутреннего сгорания. То есть полностью электрических еще нет. Корпус сделан из алюминия, сварен у нас на кафедре полностью. А солнечные панели были выделены нам нашими спонсорами. Это отечественная фирма Havell Solar, которая делает довольно энергоэффективные солнечные панели. Мотор у нас московская фирма, которая делает их на заказ. Управление осуществляется следующим образом. У оператора есть компьютер, на котором есть какая-то карта. Он задает задание, там может быть траектория, может быть квадрат, допустим, поиска, там, чего-то, патрулирования. И лодка уже, исходя из ее показателей, допустим, освещенности, она строит себе маршрут, наиболее оптимальный по расходу энергии. Интерес к этой разработке имеется и со стороны наших отечественных, так скажем, заказчиков, и со стороны зарубежных. Собственно, выставка «Армия-2018» это показала. На данном этапе мы отрабатываем систему автопилота, то есть мы пока задаем маршрут и следим за тем, как она хорошо по нему ходит. И заодно мы прорабатываем систему обхода препятствий. Для этого у нас установлен радар, который строит карту поверхности и избегает столкновений. Счет такой.